Всем привет. Ни одного, так скажем, выходного дня без рыбалки. Вот и сегодня, хоть уже и суббота, и вечер, мы отправляемся в воду в надежде наковырять что-нибудь, какой-нибудь рыбы. Может, и нам повезет. Опять же, интересно, что с погодой. Вот сейчас Юра придет, и мы помчимся на рапиде. Прикольно. Юра вышел и вспомнил, что не взял наживку. Пошел за наживкой. Самое смешное, что я тоже не взял наживки. Будем ловить только на его наживку. Ну, может, еще у ребят попросим. Ничего страшного. Продолжаются приключения. Всем привет, мы в Уде, 7 часов вечера, да, 19 часов. Дорога хорошая, вообще замечательная дорога. Не спешили. Да, посмотрели, здесь народу много. А здесь кого не хочу. Так, нет, я тогда снимаю это себя, получается, вон там. Посмотрели там, вон палатки видно, горят. Сегодня в Уде будем ловить. Так что все, всем пока. Так, все, не выражопываемся. Так. Вот мы в Уде, чисто в Уде, в деревне. Приехали, и вот смотрите, клюет. Ушла. Ну это потому, что у меня рука занята съемкой. Не знаю даже, что делать теперь. Так, вот Юра тоже что-то поймал уже. Да что-то тут упало уже. Да, вон, видите, медали. Это все, это в то... Вот, клюет. Да у меня клюет. Оп. Оба поймали. Оба. Вот у нас товарищи ловят. Пытаются. Опять в этом самом. В дыму сидят. Опа. Тащит. Опа, есть. Вот. У себя так не поснимать. Не надо ругаться, съемка идет. Ладно. Ну-ка дай горсточку червей. У нас черви кончились. Все, спасибо. Сейчас мы вас обловим. Вот. Там вежма. Там уда. Ты-то меня пустишь? Закроешь. Так, и вот скромненький улов всего-то. И то, что... О, очередная. Я, наверное, зря ходил. Ну и вот у меня пока такая вот фигня мне. Да. Не будет еще пока. Все, зачехляемся. Ну, они обкуренные. Они обкуренные. Ой, я у Андрюхи взял. Хоп, два червячка. Может быть.
Так, мы продолжаем наш репортаж. Пока опять клевать не стало. Вот так вот. А нет, ну мы в 7 часов сюда приехали. Ну, 10 часов мы отсидели. Да, с 8 часов. До 5, до 6. До 6 примерно. Ну это в 6 часов мы вышли сюда. Да, до пол шестого. Ну вот, короче, 8, 9, 10 часов. Изловлено в районе 10 килограммов на ваге. У Андрюхи... Потери. У Андрюхи, говорит, 15. У Алексея мы не видели. Да, и Андрюха сегодня потерял телефон. Он у него упал в лунку. Ровно в лунку. Да, когда он разговаривал по телефону, и ему клюнуло. Так что вот так все. Возвращаемся в Северодвинск. Всего хорошего.